Привет всем! Сегодня воскресенье. Я, как обещал, записываю ролик касательно монетизации видео на Яндекс.Дзен. Не совсем однозначное ощущение. Где-то мои прогнозы сбылись, где-то нет. Давайте разбираться, почему. Яндекс.Дзен все-таки обнулил счетчик. И у меня прям вот случилось что-то нечто. Я прям возненавидел Яндекс.Дзен. В общем, такая история. Я даже писал об этом статью. Написал, можно сказать, прям вот на эмоциях так. Что я пишу? А сегодня я заметил это. Буквально перед обновлением счетчика у меня было 3754 дочитывания. К сожалению, не заскринил. То есть чуть более половины от 7000. Ну, чуть более половины от необходимой суммы, чтобы подключить монетизацию. А сейчас вот такая картина. И у меня вот прям вот так вот. Я смотрю, у меня 2484 минуты. То есть это вообще это меньше четверти. Я смотрю и думаю, блин, ну как же 10 тысяч набрать? Как так произошло? Как? То есть для меня это стало еще хуже. Вот. И все бы ничего, если бы у меня среднее время за последнюю неделю было, допустим, там 40 секунд или менее, да, у меня среднее время, я посчитал, примерно минута 13 секунд. И никак не сходится, куда делись мои цифры, куда делось все это время, непонятно вообще. Но есть и неплохие новости. Как можем видеть, у меня 6235 минут удалось мне набрать. Это прям вообще больше половины. Я рад. Вот. И у меня выстрелило одно видео. Ну как выстрелило? Разве это выстрелом назовешь? Но в целом это прям вот на фоне других видео, где тут вот 1000 показов. Потом. Вот здесь вот еще 8499 тоже. Вот у меня, кстати, заметил, что короткие видео, я вот выкладывал короткие видео по 10-20 секунд. Вот еще одно, 7292. Я не знаю почему, хотя Яндекс.Дзен, они заявляют, что видео монетизируется от 2 минут. То есть они заинтересованы в видео от 2 минут. А короткие видео такие по 10-15 секунд, им как бы оно не надо. Но почему-то Яндекс.Дзен крутил эти видосы в ленте. Где-то еще такое видео было, ну не суть. В общем, выстрелило у меня вот это вот видео «Антисептик. Дух 90-х своими руками и спирта рояль», набравший 18196 показов в ленте и 7175 просмотров. Так, давайте посмотрим, сколько оно по времени набрало. Так. Вот, 2167 минут. То есть вот так вот неплохо, очень даже набрало, да? Вот остальные видосы, конечно, вот совсем как бы не очень. Давайте глянем. 41, ну вот это вот 465, про который я говорил. Короткое. Вот короткое, было бы оно длинное и до конца его смотрели, да, оно могло набрать тыщенку бы могло. А тут вот короткое, несколько секунд, 10 секунд что ли, вот оно набрало. 56, вот тоже набрало 271 минуту. 36, 134. В общем, ну вот так вот, скудненько. Вот одно видео вот так вот неплохо набрало. И осталось мне, грубо говоря, так, 3765 минут. И тогда можно будет подать заявку. Не знаю, смогу я. Вот, ну это очень много. Это сколько? Порядка 60 с лишним часов, что ли, получается, просмотров. Я не знаю. Я, кстати, начал бомбить вот как вот началась эта тема. Даже до нее я заранее начал выкладывать видео. Начал опять писать статьи. До этого я как-то забил на это все дело. У меня просто руки опустились, потому что до этого я много писал. И вообще все в пустоту нарративы выкладывал. И бросил, забросил я Яндекс.Дзен. Сейчас я как бы с новыми силами бьюсь с этим Скайнетом, с этим алгоритмом, пытаюсь взять. Что получится, не знаю. Посмотрим. Хочется. То есть набрал больше половины нужной суммы. Вот прям вот кровь из носа. Не знаю, надо как-то добить. Ну, опять же, хочу сказать, что от меня практически тут не зависит. То, что вот это вот видео набрало 18
тысяч показов в ленте, и это не моя заслуга. То есть это не потому, что я сделал это видео каким-то таким хорошим или что-то там. То есть у меня видео гораздо лучше есть, но они не набирают столько показов. Просто вот Яндекс.Зен посчитал, что вот это видео интересно или что-то еще, и начал его крутить. Вот так вот. Хотя я писал об этом статью, об этом видео, антисептик. Может быть, название я дал неверное. Может, еще что-то. Оно вообще там 60... Да что ты? Мышку надо. Вот оно. 69... Вот тут даже какой-то значок вылез. Главное, коронавирус, новости, статистика. Может быть, то, что я написал антисептик от коронавируса, может, это злую шутку сыграло. И, короче, статья вообще не выстрелила никак. Все плохо. А вот видосик прям он молодец. Молодец. Прокрутился. Ну, статьи, которые я вот в последнее время выкладываю, тоже такой тухляк. Даже не вижу смысла. Вот. Если удастся подключить мне монетизацию, я буду просто тупо заливать свои дубликаты роликов с YouTube. Ну, может быть, буду какие-то уникальные ролики делать. Вот. Статьи я писать, скорее всего, не буду. Потому что, ну, это бред. Реально бред. А если видео вот так вот попрет, то формат статей... Он просто канет в лету, потому что никакого смысла нету. На статьях вообще ничего не набрать. Какие минуты, блин? Секунды. Серьезно, 23 дочитывания, 24, 7, 1. Ну, чё это такое? Какие тут 10 тысяч минут набрать на статьях? Нереально, вообще нереально. То есть надежда только на видео, которое выстрелит. То есть... С видео, то есть есть какая-то гарантия, что может получиться. Со статьями я уже вот прям вот уверен на 100%, никогда невозможно подключить монетизацию. Прям вот это вообще бесполезный номер абсолютно со статьями. У меня на канале статей, сейчас я покажу сколько. Статьи. 90 статей. И максимум, который я набрал, это вот последний раз. Причем я забросил писать. У меня одна статья набрала 2030 дочитываний. Это прям вот вообще самое топовое на моем канале. Прям она вот мега просто. Ни одна статья столько даже близко не набирала. То есть все плохо было на статьях. Все, показов не давал Дзен вообще никак. Поэтому и нарративов у меня. Сейчас я скажу, сколько у меня нарративов. 86 нарративов. То есть, ну, это нарратив, в принципе, он гиблый формат изначально какой-то был. Хотя на нем показы как-то лучше давались, чем на статьях. Но его больно-то не смотрели. А видео, у меня надежда закралась. Впервые у меня появилась надежда, ребята. Может быть, видео, оно сделает свое дело. Посмотрим, увидим. В общем, постараюсь я вложить силу и душу в этот рывок. Рывок довольно-таки сложный и большой. Получится, нет. Наверное, запишу об этом видео. Вы узнаете, смог я или нет. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!